Алексей. Алексей. Я словно птица Феникс, восстаю из пепла. Хотя вчера хотел пустить свой личный прах по метру. И с каждым днем весь позитив выкачивал дементор. Но заюзал патронус тот, кого зовешь ты ментор. Он спорная персона, но для меня нон-грата. И благодарен я ему так же, как вам, ребята. Ведь этих цифр на Твиче я б не увидел вовсе. Ты называешь его бустер, я зову его монстр. Стука, стука, стука. И отписаться не поднимется твоя рука. Мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубрати на меня. Стука, стука, стука. И отписаться не поднимется твоя рука. Мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубрати на меня. У него, бля, сотка, у меня, бля, лямчик. Выхожу из тачки, стоп, забыл жвачку. Таку в пол херачу, заварю кальянчик. И сейчас подруга стрип, твой любимый мальчик. Покоряю я то, твичи тупо тикток. Целый лямчик за год, моя жизнь без забот. Да, я маму ценю, своих сапов люблю. Окунаю писю, мазуху струблю. Стука, стука, стука. И отписаться не поднимется твоя рука. Мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубрати на меня. Стука, стука, стука. И отписаться не поднимется твоя рука. Мне нужна армия крутых и верных работяг. Спасибо, что прожали полубрати на меня. Балдёж. Ебать, я Димана там услышал. Балдёж. Да, там Диман в конце смеялся. Да, 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 скорее всего. Ну, прикольно.